вот скажи, скоро Новый год. Ты придумал, какое желание загадаешь? А, да, на Новый год, да. Хочу загадать желание. Вы знаете, я еще верю в то, что оно сбудется в этом году. Вот если я вам расскажу, оно его нельзя уже загадывать. Вот как? Я могу намекнуть, что мое желание, у меня их несколько, но основное мое желание, оно все-таки связано с самым главным для женщины в этом мире. Я считаю, что с семейным очагом и с детьми. Вот, это такой намек. А то самое мое желание главное, но древнее и вечное, как эта жизнь. Ну и, конечно же, у меня есть несколько творческих желаний. Я очень хочу, я с ними могу делиться, потому что это все-таки творческие планы, и они реальные, они сбудутся. Я очень хочу в начале следующего года выпустить свой первый сольный альбом, сделать грандиозную презентацию. Вот недавно я делала презентацию своего клипа. Обязательно послушаем твой альбом. Проходил здесь, у меня было очень много гостей, 350 человек. Было очень круто, матчпоинт просто супер-мега место. И вот как раз-таки Маша посоветовала, Маша воспользовалась моим советом. И это одно из желаний, обязательно должно сбыться. И я хотела бы в следующем году все-таки поучаствовать в какой-нибудь музыкальной номинации. У нас три музыкальных главных центральных телеканала. Пожалуйста, исполните мое желание. Вот. И а если уж совсем не скромно, то есть еще одно желание. Уже начать давать большие концерты, на что мы делаем ставку в следующем году. И получить какую-нибудь премию. Ты ее обязательно получишь, мы в этом не сомневаемся. Я имею в виду музыкальную. Не какую-нибудь, а музыкальную. Вот неправильно мыслю. А какой твой любимый дизайнер? А, и российский или зарубежный? Российский и зарубежный. Давайте начнем с того, что у меня бутик одежды, бутик российских дизайнеров Мария Шаталова, Мария Погребняк. У меня тоже представлено. У меня на данный момент 72 российских дизайнера. И удивить меня очень сложно. Последнее время я поддерживаю очень именно российских дизайнеров. Хотя, казалось бы, все остальные мировые бренды мне не чужды. Я их обожаю. Шанель, Диор, Прада, Гуччи и так далее. Не будем перечислять. Из российских мне очень нравится Валентин Юдашкин, Игорь Гуляев, это топ-топ Ахмадулина, Белла Потемкина. Ну, вот совсем недавно прошли недели моды, и на всех дизайнерах, которых я присутствовала, можно называть моими любимыми, потому что я действительно прихожу, выражаю им свое уважение к их творчеству и с удовольствием ношу. Ну, и можно назвать, конечно, Марию Шаталову, так называется ее бренд, Мария Погребняк, потому что не было ни одного платья, которое я не надевала у Маши. Это по секрету. А также я с огромным удовольствием даже шила на заказ у нее для себя платье. Ого, ничего себе. Мы тебе желаем дальнейших успехов, прекрасного тебе вечера. Спасибо. Вау, люблю вас.